между оборонными ведомствами Армении и Азербайджана должна быть установлена прямая связь для оперативного разрешения ситуации на границе. Об этом заявил председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочерян, передают армянские СМИ. Сохраняющееся напряжение будет постоянно сопровождать всех нас до тех пор, пока стороны не войдут в этап делимитации и демаркации границ. Но при этом очень важно сформировать внутри страны стабильную ситуацию. Однако есть силы, которые не желают стабильности в Армении, и у них нет этого вопроса в повестке, отметил глава парламентской комиссии. Отвечая на вопрос, по каким картам будет осуществляться делимитация и демаркация границ, Кочерян с юмором заметил, что армянский народ заинтересован в данном процессе, чтобы границы проводились по картам Тиграна Великого. Однако депутат сразу же себя поправил и заявил, что речь будет идти об имеющих правовую основу картах 1920-х годов. Եվ բնականաբար խոս գնաց նաև 20-ական թվականների քարտեզից եւ խոս գնաց նաև իրավական ուժ ունեցող քարտեզների մասին։